среду в Самарской области облачно, преимущественно без осадков. 0 плюс 2 градуса днем, ночью 1-3 с минусом. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо. Днем плюс 2 градуса, ночью 1 с минусом. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти на небе тучи. Днем плюс 2, ночью 1 ниже 0. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Самаре облачно, плюс 1, в дневное время ночью минус 1 градус, восточный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 46%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.